Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о новом способе заработать денег. Сейчас это особенно важно. Садитесь поудобнее, я начинаю. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках и инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют, что я никогда никого ни к чему не принуждаю и просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю и где можно заработать. А входить в проект или нет, решение принимайте только вы сами. Также не забывайте подписываться на все три моих YouTube канала. Первый канал — это Криптомани, второй канал — это, конечно же, Мегабабки, ну а третий канал — это Биткоин Лидер ТВ. Все ссылочки, ребят, внизу в описании. Поговорим сегодня о проекте, который называется TrickStop.com. По проекту, для того, чтобы здесь начать зарабатывать, вам нужно зарегистрироваться, введя свой номер телефона, пароль и повторяете пароль. После чего вы можете входить в свой личный кабинет, введя номер телефона и пароль. И, соответственно, вы попадаете в личный кабинет, где вы сразу же можете видеть уведомление от проекта. Соответственно, его можно также закрыть. Мы находимся в Home. Соответственно, здесь есть кнопочка пополнения, кнопочка вывода средств, Times, да, то есть партнерки и так далее. Здесь все это указано. Также можно видеть Invest формат, да, то есть можно инвестировать на разные тарифные планы. К примеру, на один день 1% вы можете зарабатывать, на 3 дня 1,58%, да, то есть на 7 дней 1,98%, и, соответственно, на 5 дней 1,68%. Ну а самые жирные — это 12 дней, при этом 2.08 вы будете зарабатывать. Здесь также есть, как видите, в прямом эфире, как пополняется, и, соответственно, статистика проекта. Для того, чтобы сделать депозит, заходим в депозит, после чего вам нужно скопировать кошелек, да, вот так вот копируете кошелек, и вы можете видеть, что 10 TRX вам нужно как минимум. Сейчас мы это делаем, заходим сюда. И, соответственно, выбираем в тронах, да, вот в трон линке, заходим в троны и, соответственно, нажимаем кнопочку send. После этого здесь мы вводим этот номер кошелька, его обязательно еще раз проверяете на всякий пожарный, ну и, соответственно, нажимаете next. После этого вы можете вводить сумму отправки. Я буду 10 монет трон отправлять. После чего нажимаем send и подтверждаем транзакцию, оплачивая комиссию. Транзакция полетела, деньги отправились. Зайдя сюда, мы можем видеть, что деньги уже улетели. Так, отправив деньги, вам обязательно нужно нажать на вот эту кнопку. Это дает возможность для того, чтобы сайт подтянул, что вы сделали платеж. Нажали и, соответственно, можете обратно возвращаться на главную страницу проекта. Что у нас здесь еще есть? Есть, конечно же, переводы. Как видите, английский, да, и разные иероглифы. Да, то есть китайский, я так понимаю, японский и так далее. Ну, в принципе, нам английского достаточно. Также есть техподдержка, да, и, соответственно, уведомления от проекта. Зайдя на каждое уведомление, вы можете открыть и посмотреть, да, то есть это каждое уведомление можно индивидуально открывать. А также здесь, как видите, презентация, да, маленькая такая, как это все работает, сколько вы будете зарабатывать, инвестируя определенные суммы денег. Соответственно, по инвестициям и по процентам здесь также все это расписано. Соответственно, здесь есть партнеры проекта, такие как Binance, да, ну и, соответственно, другие биржи, KuCoin и другие тоже здесь присутствуют. Их реально тоже много. Опять же, не забывайте о рисках. Заходим трейд. Здесь вы можете видеть, что будет зарабатываться 6% каждый день. Это реально интересная сумма. Также, зайдя в инвест, вы можете инвестировать, например, зайдя сюда, да, в тарифный план, вы здесь можете инвестировать свои деньги, да, под 1%, да, на один день, соответственно, минималочка здесь, и начали зарабатывать, да, то есть, как видите, здесь все это расписано. Опять же, можно выбрать разные тарифы. Например, можно зайти и на этот. Опять же, инвестируя определенные суммы денег. Соответственно, есть, ребят, партнерка. Всегда рекомендую ее использовать. Для того, чтобы скопировать ссылочку, вы копируете, нажимаете копии. Рефералочка. Распространяете, зарабатываете партнерские. Что дает возможность зарабатывать, конечно же, больше. Ну и, соответственно, панелечка Mine, где вы можете видеть ваш номер телефона. Я всегда указываю, ребят, левый. Также, зайдя здесь, есть Invest, да. Также все остальные панели. Battle, да. То есть здесь
все расписано. Также сайт можно, ребят, перевести и на английский, на русский язык, переведя через браузерный перевод. Ну, как вы видите, это все переводится. Есть приложение, ссылочку на приложение я тоже оставлю внизу в описании. Кому будет интересно, может каждый себе скачать именно на телефон, установить и не морочить себе голову. Так, видим здесь балансы, да, то есть то, что у нас есть, соответственно, и также можно открыть и USDT. То есть это все, конечно же, так устроено. Так, есть еще здесь поменять пароль можно, соответственно, аккаунт здесь можно тоже, как говорится, маневрировать. Это тоже большой-большой плюс. Для вывода средств нажимаем вывод средств, после чего вы можете видеть, что... Давайте откроем. Total аккаунт вывода 10.15. Соответственно, указываете здесь вы свой кошелек, пароль и выводите деньги, если они, конечно же, вам нужны. При этом вы должны помнить, что вы тут указываете сумму, которую вы выводите, здесь пароль, здесь кошелек, который вы, например, да, вот так вот берем, копируем, сюда вставляем и нажимаем вывод средств. И как видите, error, потому что сейчас транзакция у меня не прошла, да, из-за того, что я еще как бы даже дня не прожил в этом сайте. Но суть в том, что вы можете заказывать выплату без проблем. Проект, ребят, платит, это, конечно же, уже проверено. Так, что еще хотел бы рассказать? Это, конечно же, возможность здесь заработать. Это, конечно же, каждый себе представляет и понимает. Опять же, для того, чтобы зарабатывать на инвестициях, да, зайдите в инвестиции и создайте эту инвестицию, да, то есть, как вы можете видеть, да, 10 трон, здесь вы указываете 10 монет, соответственно, нажимаете invest и инвестируете свои деньги. А, да, если у вас там 20 трон, да, там 30 трон, там 100 трон, там 1000 трон, то вы должны понимать по лимитам. Максимальное количество в этом в тарифе 300 трон. Да, то есть, если вы берете другой тарифный план, соответственно, здесь уже тарифные планы отличаются, и здесь максимальная 6000 трон и так далее. То есть, можно инвестировать определенные суммы денег и не забывать об этом, потому что инвестировать реально можно. Так, ребят, ну, входить в проект лично вам или нет, решение принимает каждый сам для себя. Мое мнение, здесь стоит инвестировать и зарабатывать, опять же, не забывая о рисках, спокойными маленькими суммами зарабатывать и приумножаться. Опять же, выводить можно, как видите, да, в тронах, также и в USDT, соответственно, есть вариант, куда крутиться и, конечно же, вертеться. Опять же, партнерку тоже можно выводить и зарабатывать на этом реально хорошие деньги. Но выводить лично вам или нет, да, то есть зарабатывать на этом деньги или нет, решение только за вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нет войне. Всем удачи, всем мирного неба над головой. Всем хорошего заработка. Ну и всем пока.